Медикаменты, постельное белье, средства личной гигиены. Эту партию гуманитарки собирали местные отделения партии «Единая Россия», депутаты всех уровней, комитет семей воинов Отечества и неравнодушные жители Рязанской области. Сделали все оперативно. Необходимые вещи прибудут на места уже в эти выходные. Кроме того, в Луганск на 2 недели едут и рязанские волонтеры. Помимо, собственно, самой Рязани, есть ребята из Копина и Ермишинского района, которые, к слову, специально для этого взяли отпуск. И это уже будет 11-я по счету группа. Это группа, которая будет задействована в деятельности в госпитале. В военном госпитале будем как бы оказывать содействие медицинскому персоналу, помощь различная. У нас едет 5 человек, как бы это совершенно разные люди, представители из разных организаций. Это сами добровольцы, которые добровольно приняли решение поехать. Комитет семей воинов Отечества свою часть помощи собирал адресно, по заявкам. С новыми территориями налажено четкое взаимодействие. Посылки в ЛНР уходят 2 раза в месяц. В этот раз мы отправляем, как обычно, все то, что просят медперсоналы. Соответственно, есть запросы кое-какие от ребят, которые там лежат. Но это больше баловство, такое сладости. А медперсонал просит дез-средства, то есть для дезинфекции, сланцы. Это то, что ребята, когда прибывают, получают, потому что они непосредственно с передовой поступают в госпиталь и не имеют личных вещей. И все то, что им необходимо, приходится выдавать им на месте. Поэтому это такой расходный материал, который нужен постоянно. Этот гуманитарный груз, можно сказать, сборный. Вещи пойдут сразу в несколько мест, по запросам. А еще здесь есть целый альбом детских рисунков с пожеланиями скорейшего выздоровления и просто для поднятия настроения. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».